Всем привет! Вот сварил печку в палатку для зимней рыбалки и хочу показать самодельно, поделиться своей самодельной печкой. И не знаю, чтобы были отзывы, нормальная печка или нет, кто умеет пользоваться. Такая вот печка. Сейчас маленько подальше отойду. Вот. Должно быть видно. Вот сделал дверку. Здесь такой защелк. Открывается топка, закрывается и поддувало тоже так же открывается. Вот здесь дырочки насверлил, надо открыл, надо закрыл, все вот полностью закрывается. Ножки сделал разборные, вот они на резьбе, видно болт. Все откручивается, еще дошлифовать надо, только закончил, недошлифованное. Короче, все будет откручиваться и складываться сюда внутрь. Также и труба. Вот она, труба разбираться будет. Так и трубы сделал. Тонкостенная, еще тоже недошлифованная. И будет все сюда складываться внутрь. Будет вот так все укладываться и все будет здесь лежать. Закрываться будет. Здесь посчитал я все по размерам, сделал размер. У меня он 23 сантиметра на 23. Ну это сейчас снизу зацепился. Так, 23 на 23 сантиметра. И длина 35 сантиметров по наружней. Диаметр трубы 6 сантиметров диаметра трубы. Будет все складываться. Ножки померенные у меня тоже. Хотя не знаю, пилил профтрубу. Вот 25, как раз 30 сантиметров. Длина печки 35. Будет все внутрь у меня складываться. Еще маленькую кочережку сделаю. Все, сейчас здесь я сделал два колена. Дальше будет колено под 45 градусов. Два штуки для вывода в окна палатки куб. Вот так она выглядит сбоку. Маленькая печурочка. Не знаю, если есть у кого опыт пользования такими печами, напишите в комментариях, как они греют. Так, в интернете смотрел отзывы. Было все вроде бы нормально. Не стал я тут заморачиваться, всякие крючочки, засовчики делать. Заехал, купил. Это 30 рублей стоит. Вот, по-моему, 16 рублей. И навесы также по 16 рублей. Короче, не отдал даже 150 рублей. И все, и дверки все готовы. Не надо ничего изобретать. Здесь все трубы. Вот эта труба тонкостенная. Еще напильником не обрабатывал. Только собираю еще в процессе. Ну, уже, можно сказать, готовая. Только труба осталась. И вот это наверх вареная. Вот этот кусочек обоймы. Как бы сделанный он с газоновской выхлопной трубы. Нашел кусок выхлопной трубы, тоже тонкая, с ГАЗ-52, по-моему, или 53. А это труба с карданчика. На МТЗ такие карданы, на УАЗиках, буханках, по-моему. По-моему, там стоят тоже такой карданчик. Вот и все, такую печурку себе сделал. Все, подписывайтесь на мой канал «Зимой испытаемый». Сейчас еще рано, но скоро зимняя рыбалка. Вот я подготавлюсь к зимней рыбалке. Все готовлю. Все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал.